бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении особо крупной взятки. Он помогал коммерческой фирме заключать госконтракты. Возбуждено уголовное дело. Каспийская, Венеция. Целые улицы под водой. Жители СНТ «Заряд-2» жалуются на периодическое затопление улиц. Местный дренажный канал не выдерживает поток воды. О том, почему проблема не решается уже третий год, подробнее в сюжете. Филиал отдела работы с населением при муфтиате Дагестана открыли в Кизляре. Теперь местные жители смогут решать конфликтные и многие другие вопросы у квалифицированных специалистов. Прервать неудачную серию. Махачкалинская «Динамо» сыграет дома с Оренбургом. Встреча команд нижней части турнирной таблицы завершит программу первого круга сезона. Согласен дать показания, вы предупреждаете. Бывший заместитель министра образования и науки Дагестана задержан по подозрению в получении взятки на сумму 60 миллионов рублей. По версии следствия, с 2013 по 2023 год чиновник получал деньги от руководителя коммерческой фирмы. Руководитель ведомства помогал организации заключить госконтракт на ремонт и строительство объектов, которые находились под управлением министерства. Всего было подписано 15 контрактов на сумму более 160 миллионов рублей. Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Этот вода один раз, когда поднимается, меньше суток она не падает. И считай, что сутки дома вода у тебя. Больше. Вот так мы и живем уже. Это последние 3 месяца, это невозможно. Дома жителей садового товарищества «Заряд-2» периодически затапливаются. Близлежащий дренажный канал не справляется с потоком воды и переливается на улицы населенного пункта. Люди вынуждены буквально переплывать стихийные озера. Вот отсюда начиная, вот так она идет в водохранилище. Вот где деревья, вот там мусор весь. Оттуда переливается сюда, на этот озеро, с этих озер к нам переливается. Она должна туда не переливаться, а должна идти вот хранилище, вот это, на озеро прямо. Она не идет. Даже половина туда, то, что они пускают шлюз, через шлюзовую воду, не проходит прямо к озеру. Она больше, большинство к нам переливается и нас топит. Есть незрячий сосед, он слепой полностью, и у них уже за 2 года 5-й раз вот происходит этот потоп. У них и дом в воде, и огород в воде, у них все в воде. Также у нас в воде стоит трансформатор, который, если, не дай бог, замкнет, то здесь будет взрыв, пожар, не знаю, что здесь произойдет. Это нас затапливает ежегодно уже в течение 3-4 лет. Вот эта проблема состоит. То есть это не одноразовая проблема. Она не сейчас случилась, не один раз. Она случается каждую осень 2-3 раза, в таком промежутке. В результате имуществу жителей наносится серьезный ущерб. В некоторых домах сломалась бытовая техника, размыты дороги, повреждены многие автомобили. Ситуацию прокомментировали в филиале Каспийского горводоканала. Данный канал на балансе филиала «Каспийский горводоканал» не состоит. Несмотря на это, нашим предприятием периодически осуществляется расчистка этого канала от ила, камыша и мусора. Подтопление участков в последние годы связано с тем, что жителями дачных обществ активно засыпается, застраивается, зауживается русло канала. Не соблюдается охранная зона, нет доступа для проезда и работы специальной техники. Решением данной проблемы является демонтаж конструкции, возведенных при въездах на участки жителей улицы Яблочной, и установка труб больших диаметров, сопоставимых с объемом воды, поступающей по каналу. Председатель садового товарищества заявляет, что местными жителями было потрачено более 100 тысяч рублей на очистку каналов, но вода по-прежнему затапливает их дома. Они надеются, что ответственные структуры обратят внимание на их проблему. Мухаммад Амаров, Шамиль Хирасулаев, Мурат Бекбазов, новости ННТ, Каспийск.
Более 30 случаев несоблюдения ветеринарного законодательства выявили сотрудники Россельхознадзора. Рейд был проведен на въезд в сельхозярмарку Манас. Всего проверили 68 грузовых машин, а это около 600 голов крупного и 300 голов мелкого рогатого скота. При досмотре обнаружили 33 нарушения, связанных с отсутствием документов и бирок. По всем случаям составлены акты о возврате груза. Данные мероприятия проводятся сотрудниками Управления Россельхознадзора на регулярной основе. В случае выявления нарушений выдается предупреждение о недопустимости нарушений ветеринарного законодательства. Боевые машины, украинские танки, вооружение практически всех стран НАТО. В Махачкале на площадке исторического парка «Россия. Моя история» состоялось открытие выставки трофейной техники. Она была захвачена российскими военнослужащими в ожесточенных боях на территории СВО. Сегодня мы видим, сколько стран объединились для того, чтобы разрушить нашу страну. И с честью и с достоинством наши ребята и сжигают, и останавливают. Уверен, и наши дагестанские ребята немало усилий приложили для того, чтобы сжечь эту технику, которую сегодня вы видите. Все последние события, которые у нас происходят, нас только укрепляют и убеждают в том, что мы правы, победа будет за нами, враг будет разбит. Спасибо. На выставке были представлены более 20 единиц трофейной техники, такие как разведывательные и ударные беспилотники, танки, а также различные виды вооружений. Все они использовались против российской армии, а теперь служат напоминанием о храбрости и мужестве наших солдат. Калибр пушки 30, также стоит немецкий двигатель и автоматическая коробка передач. Все это было сделано на Харьковском заводе. Переделаны. Вот это знаменитый буцефал. То, что сделали непосредственно, Украина выпустила. Выставка предоставила посетителям уникальную возможность увидеть вблизи образцы военной техники. Мероприятие привлекло тысячи людей, которые с интересом ознакомились с боевыми экспонатами. Также им рассказали о тех трудностях и опасном пути, которые проходят наши солдаты в борьбе за защиту Родины. Обойдя все эти трофеи, которые здесь находятся, я испытала большую гордость за свою Родину, за военных, которые находятся на данный момент на СВО. Поняла, насколько у них большая сила воли, насколько они смелые и насколько это все трудно. Это мероприятие патриотической направленности. Тут выставлено очень много единиц боевой техники разных стран. И очень интересно было на это смотреть. Мне очень понравилось это мероприятие. Было интересно узнавать историю танков. Мероприятие мне очень понравилось. Больше всего мне понравилось, которая была экскурсия. Самая интересная экскурсия была, которая произошла по танкам. Мне очень понравилась данная экскурсия. Понравилась военная техника. Участвовать в зоне специальной военной операции – это значит быть героем своей родины, преодолевать трудности и встречать опасность лицом к лицу. Об этом говорили представители власти, министерств и ведомства республики, которые и дали старт трофейной выставке. Захваченная техника свидетельствует об успехах вооруженных сил Российской Федерации на полях сражений, о героизме и мастерстве российских солдат. Наши бойцы побеждают, подбивая эти машины. Они горят так же, как и горела фашистская техника во время Великой Отечественной войны. Увиденное вызывает гордость за Россию, за наших военных и чувство уверенности в нашей неизбежной победе. Выставка организована Южным военным округом для того, чтобы воочию показать нашим гражданам нашей страны, с какими силами сейчас борются наши вооруженные силы, наши воины, показать успехи наших солдат на полях сражений. Отметим, мероприятие будет проходить с 8 по 10 ноября с 10 утра до 6 вечера. Посетить выставку может любой желающий. Вход свободный. Мухтар Курахмаев, Зухра Амарова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Махачкала.
делегация из Биштинского участка посетила муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. В беседе с главами сел, религиозными деятелями и руководством района были затронуты важные темы, включая текущую ситуацию на дорогах, поддержку участников СВО и роль мусульманской общины в этих условиях. Когда воюют против ислама, как могут знать ислам? И как раз не знают, значит, они считали как враждебная религия. К нему враждебно относились. А сейчас с каждым днем религию изучают, и люди убеждаются, что от религии только польза. И в моем понимании, в моем убеждении с каждым днем республики обстановка, я думаю, стабилизируется. Местные жители выразили благодарность муфтию за его просветительскую работу и поддержку во всех добрых начинаниях. Вот сегодня то, что вы сказали, вот нам грош и цена в нынешнее время не молиться, друг друга не уважать, потому что в каждом районе, в каждом селении, на каждой дороге прекрасные мечети, да. Квартальные строятся, большие мечети строятся. Мы всегда были с вами, всегда мы вас поддерживали, будем поддерживать. Конфликты, аварии на дорогах, земельные и финансовые вопросы. Споры вокруг этих и многих других дел теперь можно будет решать и в Кизляре. Там открылся филиал отдела по работе с населением при муфтияте Дагестана. В новом органе сообща будут работать как богословы, отвечающие на канонические вопросы, так и уважаемые в своем народе старейшины. Задача отдела – привести конфликтующие стороны к миру и согласию, справедливо решив их вопрос. Отметим, что также отдел по работе с населением при муфтияте Дагестана уже функционирует в Хасавюрте и Шамиль-Кале. Наш муфти шейх Ахмад Афанди очень большое внимание уделяет по работе с населением. И с Кизляра, Кизлярского района, Северного округа были очень много обращений в Махачкалу, в отдел примирения, чтобы облегчить их работу, чтобы они не приезжали до Махачкалы, решили Кизляру тоже открыть отдел по работе населения, отдел примирения. Дала Та'ала, чтобы у них работы было мало и баракат в их работе. Футболисты «Динамо» сыграют с Оренбургом из одноименного города. Матч 15-го тура премьер-лиги пройдет завтра, 9 ноября, на Анжи-арене. Эта встреча завершит для нашего клуба программу первого круга сезона. «Динамо» с 12 очками идет на 11-й строчке в турнирной таблице. Команда не побеждает уже на протяжении 7 матчей в РПЛ. Оренбург же находится на последнем, 16-м месте.